Вышел из машины и на глазах автоинспекторов попытался что-то выкинуть. Странное поведение пассажира Volkswagen Jetta стало поводом для его задержания на Горьковском шоссе. Незадолго до этого иномарка выехала со стороны лесопосадки, чем и обратила на себя внимание сотрудников ГИБДД. Айгуль Бадрудинова обо всем по порядку. Автомобиль Volkswagen Jetta выехал на проезжую часть со стороны лесопосадки на Горьковском шоссе. Именно это и показалось странным экипажу ДПС, проезжающему в этот момент мимо. Дороги в лесу нет, все заметено снегом. Для того, чтобы заехать туда, нужна была веская причина. Машину остановили, и во время проверки документов из салона автомобиля вышел пассажир. И, как показалось автоинспекторам, попытался что-то выбросить. А за что остановили, не знаете, да? Нет. Ну, может, у вас что-то запрещенное нашли? Или подозрения какие? Ну вы себя виновным считаете или нет? Нет, почему-то. В итоге стражи порядка до выяснения всех обстоятельств задержали трех человек. Двух пассажиров, на них надели наручники и водителя. Мужчина рассказал, что подрабатывает частным извозом и подвозил своих знакомых. Свернуть в сторону лесопосадки заставила нужда. Я остановился, там, я же не буду прямо здесь на дороге. Эти слова подтвердил и другой пассажир, для которого задержание стало настоящим шоком. Сам он говорит, законов не нарушал, никуда не убегал, а за действия других отвечать не может. Я дверь открываю. У меня в то время уже, получается, один пассажир, когда начал выходить. И вот потом что пошло, это задержание пошло. То есть вы ничего не нарушали, а что делал ваш друг, вы не знаете, я так понимаю, да? Но он говорит, якобы что-то выкидывал, что-то выбрасывал, этого не видели, да? Это я не видел. Этого не знаю. Я вообще был, я вот смотрел в сторону, получается. Но он ничего не забирал за клад, а? Он ничего там не забирал при вас, да, из леса, из посадки. Нет. То есть вы считаете, что это недоразумение, да, я так понимаю? Ну, не знаю. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на земле возле машины подозрительный пакетик с неизвестным веществом. Задайте вопросы по этому пакетику. Сейчас находку отправили на экспертизу, и дальнейшие процессуальные решения будут зависеть от ее результатов. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.